Всем привет! С вами Ольга Сергеева и вы на канале Кинотрафик. В этом выпуске я расскажу вам о лучших фильмах Международного кинофестиваля в Торонто 2022 года и познакомлю вас с его победителями. Очередной фестиваль проходил в одном из крупнейших городов Канады с 8 по 18 сентября. 47-й по счету он ожидался в киносообществе с большим нетерпением и знаменовал возвращение к нормальной жизни после пандемии, из-за которой 2 года подряд отменялся или проводился виртуально. В команде отборщиков фильмов изменения, половина из них – женщины. Напомню, что главная особенность этого демократичного кинособытия в том, что лучшие фильмы во всех программах выбирают сами зрители. Так что все призы – самые что ни на есть народные. И очень часто затем не только номинируются, но и получают престижную премию «Оскар». В секцию «Гала» вошло 18 работ. А в рамках специальных презентаций были заявлены 45 картин. Помимо многих фильмов, которые были уже представлены на Каннском и Венецианском кинофестивалях, «Сын Флориана Зеллера», «Банши и Неширина» Мартина Макдонны, «Решение уйти» Пак Чхан Ука и других, о которых я уже рассказывала в предыдущих выпусках, были и полноценные долгожданные премьеры, с которыми и хочу вас познакомить прямо сейчас. Запутанная драма «Реймонд и Рэй» режиссера Родриго Гарсии пронизана иронией. Дуэт Эван Макгрегор и Итан Хоук играют давно разлученных сводных братьев, воссоединившихся, чтобы похоронить своего отца. Все давние обиды всплывают на поверхность, и братья понимают, что должны примириться с прошлым, чтобы жить дальше. Фильм изобилует неожиданными поворотами, откровениями и сложными взаимоотношениями. Актеры демонстрируют виртуозную эмоциональную игру. Зритель остается с ощущением, что перемены неизбежны, а любовь, закаленная в конфликте, переживет даже самые глубокие раны. На фестивале прошла премьера фильма «На западном фронте без перемен». Это новая экранизация романа Эриха Мария Ремарка, которая побывала на экранах ранее уже дважды, в 1930 и 1979 годах. Роман является одним из самых достоверных отображений войны в литературе. Спустя столетия режиссер мини-сериала Патрик Мелроуз Эдвард Бергер стал постановщиком первой немецкой интерпретации этой истории. Главная роль досталась австрийцу Феликсу Камереру. Это опытный театральный актер, но дебютант в большом кино. Действие разворачивается во время Первой мировой войны. Пауль – мечтательный юноша, поэт, художник, закончив школу, под нажимом милитаристской пропаганды вместе с одноклассниками идет добровольцем на фронт. Каждый день кровавой войны жестоко уносит жизни чьи-то отцов, сыновей, приятелей, которые служат вместе с Паулем. А газеты тем временем бесстрастно сообщают – на Западном фронте без перемен. Талантливое антивоенное высказывание обладает сейчас неоспоримой силой и актуальностью. Тобиас Линдхольм, давний соавтор Томаса Винтерберга, снял свой первый американский фильм «Добрый медбрат» в качестве режиссера. Это триллер о больницах и системе здравоохранения, основанный на реальной истории об одном из самых опасных серийных убийц. Чарльз Каллен в исполнении Эдди Редмейна был на хорошем счету на работе, был любящим отцом, заботливым мужем, примерным сыном и приятным коллегой. Проработал медбратом 16 лет. Полицейские же утверждают, что он убил не менее 300 человек. Они убеждают медсестру, знакомую с Калленом, помочь им в поимке преступника. Медсестра ночной службы в исполнении Джессики Честейн, которой доверяет Чарльз, соглашается помочь. Эпический рассказ о подлинной истории женского военного полка, которому было поручено защищать осажденное западноафриканское королевство Дагомея от враждебных соседей, европейских колонизаторов и ужасов работорговли, был воплощен в фильме режиссера фильма «Тайная жизнь пчел» Джины Принс Байтвуд «Женщина-король». История восходит к 1823 году, когда осиротевшая еще при рождении юная Нави подает прошение о вступлении в отряд Агоджи, чтобы защитить свой народ от деспотичной и хорошо вооруженной империи Ойо, они проходят сложную программу обучения, в ходе которого всплывают давно сокрытые тайны, открывая ужасающие истории личных потерь, которые только укрепят узы между этими неудержимыми женщинами-воинами. В одной из главных ролей фильма – прекрасная Виола Дэвис. А теперь о призерах.
Еще в самом начале организаторы кинофестиваля в Торонто объявили, что Брэндон Фрейзер станет лауреатом почетной награды за свою выдающуюся актерскую работу. Он родился в Торонто, стал звездой боевиков, экранным комиком и романтичным героем. За свою более чем 30-летнюю карьеру получил признание как от критиков, так и от коллег. Известный по роли Рика О'Коннелла в трилогии «Мумия», Фрейзер также снялся во многих проектах на телевидении и в кино. Актер продемонстрировал ошеломляющую глубину и мощь своей новой работе в фильме «Кит» Даррена Аронофски. Картина рассказывает об отшельнике Чарли, учителе английского языка, страдающем от ожирения. Он пытается получить шанс на искупление и восстановление давно разрушенных отношений с дочерью Элли. Почетный приз получила также малазийская актриса и танцовщица китайского происхождения Мишель Ео, звезда фильмов «Завтра не умрет никогда», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Мемуары гейши» и недавнего хита проката «Все везде и сразу». Актриса начала свою карьеру в кино, снимаясь в фильмах о боевых искусствах, где сама исполняла большинство своих трюков. Влиятельный интернет-ресурс о кино Rotten Tomatoes назвал ее величайшей героиней боевиков всех времен. Еще один почетный приз достался исландской виолончелистке, музыканту и композитору Хильдур Гуднадоутер. Она также обладательница премии «Оскар», «Грэмми», «Золотой глобус», «Эмми», известна по работе над мини-сериалом «Чернобыль», фильмами «Мария Магдалена» и «Джокер». Британский режиссер оскароносной красоты по-американски и двух, пожалуй, самых впечатляющих фильмов начала 21 века о Джеймсе Бонде Сэм Мендес также был удостоен почетного приза. На кинофестивале он представил свой новый фильм, мелодраму «Империя света», для которой он сам написал сценарий. Действие картины происходит в 80-е годы 20 века в старом кинотеатре на южном побережье Англии. Главных героев фильма, которых исполнили любимцы зрителей Оливия Колман и Колин Фёрт, объединяет любовь к кинематографу. Оператором картины является также оскароносный Роджер Диккенс, который снимал «1917» и «Бегущий по лезвию 2049». Приз зрительских симпатий в секции «Midnight Madness» получил фильм режиссера Эрика Аппеля «Странная история Элла Янковича». Это своеобразный комедийный байопик, который повествует об американском музыканте, известном своими пародиями на англоязычные песни и высмеивающий современные американские ценности массовой культуры. Исполнитель стал суперзвездой 80-х и является соавтором сценария этого фильма, где главную роль исполнил неугомонный в прошлом Гарри Поттер Дэниел Рэдклифф. А теперь о победителях. Третье место получил сиквел комедийного детектива «Достать ножи» режиссера Райана Джонсона. Продолжение фильма получило название «Glass Onion – A Knives Out Mystery», которое довольно сложно перевести на русский язык без потери смысла, так как «Glass Onion» – буквально «стеклянная луковица», но и «монокль», а «Knives Out» – идиома, означающая состояние, когда соперники ищут любую возможность препятствовать друг другу. Ну а целиком фраза может звучать так – загадочная, недружелюбная история. Ну, напишите свой вариант в комментариях. В центре сюжета будет новое расследование частного детектива Бенуа Блана, роль которого исполняет Дэниел Крейг, который, похоже, вновь нашел себе франшизу после Джеймса Бонда. На этот раз для раскрытия дела в стиле Агаты Кристи Блан отправляется в солнечную Грецию. Второе место завоевала картина «Говорят женщины» канадской актрисы и режиссера Сары Полли. Это экранизация одноименного бестселлера Мириам Тейвс о женщинах, которые подверглись насилию на протяжении нескольких лет. Объединившись на тайном собрании, они планируют защитить себя и своих детей от будущей агрессии со стороны мужчин. И также блестящий актерский состав. В картине мы увидим Руни Мара, Клэр Фой, Джесси Бакли, Бена Уишоу и Фрэнсис Макдорманд. И, наконец, первое место и главный приз фестиваля в Торонто 2022 года был присужден фильму Стивена Спилберга «Фабельманы». Известный режиссер и сценарист долго не решался приступить к проекту, который изначально назывался «Я буду дома». Он боялся, что вдруг его личные детские воспоминания не понравятся его собственным родителям. И вот
после их смерти фильм все же снят. Сценарий написан тем же самим Спилбергом вместе с драматургом Тони Кушнером. Это очень личная драма режиссера о взрослении, основанная на его собственных воспоминаниях о детстве в Аризоне 1950-60-х годов. Юный киноман по имени Сэмми мечтает сделать карьеру в Голливуде. Страсть маленького мальчика к кино и его первый любительский киноопыт в дальнейшем сделали его одним из самых коммерчески успешных режиссеров современности. Центральные роли в фильме исполняют Мишель Уильямс, Сет Роген, Пол Дано и начинающий актер Габриэль Лабель, который играет самого Спилберга в детстве. И бонус для тех, кто досмотрел этот выпуск до конца. Прославленный режиссер анимации Генри Селик. Мы хорошо знаем его по работам «Кошмар перед Рождеством», «Каролина в стране кошмаров» вместе с известным режиссером успешных хорроров «Прочь, мы и нет» Джорданом Пилом придумали восхитительную мрачную анимационную историю о Уэндале и Уайлде, двух озорных демонах, и о том, какие ужасы они творят в стране живых. Приехавшие в депрессивный городок Растбэнк, чтобы воскресить родителей юной Кэт Эллиот, беспокойного подростка Готта, обладающего скрытыми сверхспособностями, впечатлительные герои случайно попадают в необычную историю. Поздравляем победителей и с нетерпением ждем эти интересные фильмы. А на этом у меня все. На канале Кинотрафик с вами была Ольга Сергеева. Не забудь подписаться на наш канал, поставить лайк и написать свой комментарий. До следующего выпуска. Берегите себя и своих близких.